момент сотрудник ищет номер рамы на велосипеде. Вот она, подождите сюда. Вот, заснимите. Нумерация. Вот номер рамы. Вот номер рамы. И что? И что? И где он зарегистрирован, этот номер? Не зарегистрирован. При продаже велосипед у вас дается этот... документ. Книжка. Ага. Да? Синяя книжка, ага. Как я помню. Ага. Вот на этой книжке вот эта нумерация. И что? И я эту книжку теперь должен с собой возить? Вам же говорю, что нумерация имеется под рамой. Вот эта книжка тоже внутри, вот нумерация вот эта должна совпадать. И эту книжку и я должен возить с собой? Возить с собой, чтобы лишнего вопроса не было. Теперь показали, и все. Мы... А, вот так, да? Ну, хорошо, теперь все велосипедисты. Теперь все велосипедисты Астаны, Казахстан, да. По Казахстану, обязаны возить книжки на основании слов этого сотрудника. Каждый велосипед... А вот этот велосипед... Вот велосипед стоит. Вот, вот. Вот. Давайте после... Хорошо, вы когда со мной закончите, займитесь, пожалуйста, вот этим велосипедом. Может быть, он ворованный. Я это тоже засниму. Работаем по направлению. Нет, я говорю, может быть, он ворован. Может быть, да. Да, может и быть, он ворован. Займитесь, пожалуйста, вот охрана, секьюрити, кто знает, он... Не отвлекайтесь, пожалуйста. Вообще, давайте. Хорошо, снимайте меня, фиксируйте, вот мое удостоверение. Изначально я вас снимаю. Зачем давайте. Вот снимаете, давайте. Говорит. Вот удостоверение изначально. Мое. Вот тебе записываю. Вот мой велосипед. Что так вот? Я не понял вас. Да потому что вы не бандитов ловите, а велосипедистов. Не бандитов ловить, а велосипедистов. Это ваше мнение такое. Да, вон бандиты. Ваше мнение такое у вас. Бандиты вон нам, этот. Нам сотрудник полиции, ваше мнение такое. Да потому что вы доказываете лишний раз свое. Я вам показал, что номерация под рамой. Хорошо, понял. Запишите номер тогда. Запишу я так, без. Да, да, запишите. Указание. Ну, раз это ваша работа, записывайте. Итак, работаю, вот я постановил. Сотрудник полиции так и не дал мне удостоверение заснять, потому что человек, скорее всего, боится, что я могу написать встречное заявление или как-то там. Ну, все оформляется, этот мой велосипед, данные записываются. Сейчас по обещанию сотрудника будет сниматься вот этот стелс, конечно же, он ничего этого не сделает. Он, по всей видимости, просто я ему не понравился. Это ваше личное неприятие, не ловите преступника, а ловите нашим лицевидцем, который просто по парку. Просто по парку, вот именно. Делать нечего, не то. Странно то, что здесь, просто предупреждаю, что по ботаническому саду, если кто-то решит проехать на велосипеде, хоть днем, хоть вечером, вот этот автомобиль и с этим сотрудником могут вас остановить, и берите с собой документы на велосипед и запасайтесь терпением. Все, спасибо.